Приветствую, дорогой друг, я Алекс Рай, и мы проходим спор «Галактические приключения» или «Galactic Adventures». Итак, дорогие друзья, Эдиара у нас сегодня будет за... Мы не достроили. За клавиатурой. Ну да, давай, что у нас сегодня? Эдька, чем ты нас сегодня порадуешь, что нам покажешь? Я уже тебе сегодня кое-что показал. Вы не думайте, мы... Сразу же начали записывать следующую серию, Да. Эдька мне ничего не успел показать. Конечно. Я сижу тут с перцовым баллончиком на всякий пожарный. Чё? Откуда? Убери его! А то я показывать не смогу. Вот так он боится перцового баллончика. Ясен красив, ты его не боится. Давай, я тебе в лицо пшухну, знаем. Страшно. Жестокий ты, жестокий атак. Да ну не! Ох ты как замутил-то, а вы посмотрите, разогнался, а? Работать, не играть. Ну что сказать, мужик? Сам в шоке. Я думаю, для колонии будет достаточно. Ты не так разместил. Да какая разница, все равно 108, защита 5. Не-не-не-не-не-не-не. Это мы убираем. Ставим развлекательный центр, у нас получается вообще вот так. Видел? Красота! Нахрена? Все довольны, все счастливы. Все, свалим вас. Да. Как еще должно быть радостно в городе, который называется Ути-Ути-Ути-Ути-Ути. Тут-ту-ту-ту вообще-то. Тут-ту-ту-ту-ту-ту. Кстати, где империя без мозга? Где она? Где там без мозга обезьяна, которую хочет видеть? А как нам... О, фу, слава тебе, господи. Так, вот эта вот империя пожелала, так, сколько у нее планет? О, слушай, у нее как раз, слушай, ровно 5 планет, то, что нужно. Шикарно. Так что мы играем в завоевание. Вау, я хочу единички. Что? На двойной звездной системе. Код галактики в злом смысле. А, я нарушаю с помощью гравитационной волны. Наверное. Ну, типа завета вселенной, они же и долго, да. Ученые. А, нет, военные. Посмотри у них по приключениям есть что. Узнай побольше об их расе. Они будут польщены. Поблагодари их. Молодец, молодец. Так, есть задание кого-нибудь? О! На планете Фрас один замечен корабль Кроксов. Опа, это интересное приключение будет. Угу, где мы сдохнем? Будет... Нет, ты чё, я верю в себя, я верю в тебя. Ай, минус хватило, чувак, всё, тащи мазь, водку и что-нибудь. Ааа, всё, не могу, шучу, могу. Водку есть. Извините, дорогие друзья, тут просто Эдик пенис ляжками прижал. Ааа, спина болит, чувак. Может, реально давай его денег куда-нибудь? В одежду хотя бы, пожалуй. В одежду? Чтобы он такой голенький не ходил, да? Ну как бы мы же представляем свою расу, и в этот раз я только приземляюсь как чумак, такой весь волосатый голый. Тут эти вот звонят просить, дорогие друзья, я ставлю на паузу. Это потом вырежешь? Так, дорогие друзья, мы продолжаем. Это была моя мама, которая мне сказала, что мне нужно мыть. Чувак, игра была на паузе. А, точно. Не отвлекайся. Так, можно я одену хотя бы его пинус? Пожалуйста. Вот. Хорошо. Зачем глаза? Ладно, хорошо, хорошо. О, это довольно-таки секси прям. А вот, смотри, реально, вот так вот намного лучше. Ты что, не балуй? Смотри. Ну да ладно, нормально. Чувак, мне нравится. Давай, начинаем приключение, все. Нет, реально, Саня, подскажи, как лучше. Ты в спорах намного лучше меня разбираешься. Это комплимент. Вот так давай. Чё, я адмирал? Это у него как будто на машинке щетка какая-то. А тебе куда срать? Ой, господи. Он должен быть защищен. Вы этого не слышали. Я сам в шоке на что-то. Не поверите. Такой бред несу. Да мы в курсе уже, мы слышали. Такой бред.
Вообще. Нет. Нет. Нет, только не косичку, нет. И усы нет. Урод. Сам урод и капитан урод. Смертной планете угрожает нашествие пришельцев. Устраним угрозу нашествия. Урод. Там козел. А теперь сброс усато-полосато. Вот мы, короче, прибыли. Все дела. Да, все обезьяны. Небольшая группа солдат собирается провести разведку боя. Уничтожь разносчик рокцев, пока они не захватили планету. О, какая любите дальше эти парни. Короче, шикарно. Барбарос! Времени мало, приготовься к бою. Кроксы становились уразначив тайну, почти вся она уже заряжена. Зараза быстро распространяется. Если мы не уничтожим кроксов, они захватят планету. А потом сюда прилетят больше кроксов, и будут здесь жить. Вперед, ребята! Уничтожим разносчик! Прям как гастарбайтеры в Москву прилетят и будут здесь жить. Черт, бомба! Ой, черт! А жизни-то у нас не очень. Зато у нас есть стимпульс. Меня зажали! Ты че за... Целью для крупного... Шки! Ломай дом быстрей! Но не ломается! Господи, черт! Давай, пролазь! Сейчас, секунду, вдыхну, вдыхну. И нахрена мне отряд обезьян, который меня поставит? Не подходи к ним! Я к ним или я не ко мне? Сбоку иди, у тебя сейчас все закончится быстро. Смотри, смотри. Ай-ай! Беги к разносчику, женщина. Нет, занят лишь купола, постараться уничтожить командира Дроновса. Боже! Я тут немножко занят. Уничтожь командиров, командиров, уничтожь этих твоих. Почти до них дошли. О, повышенный урон. Огонь! Есть. Сосредоточить силу удара на разносчике группы с расположенным на твоих родителей. Скорее, 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 скорее. Уже не стало слишком поздно. Чего поздно? Куда уже позднее? Стой на месте. Успокойся, Саня. Тихо, сейчас я выключу. Я сейчас свалю. Подожди, хилку. Опа, хилка есть. Подожди, а мы вообще в тул заходим? Ну да. Тут есть гранаты! Нифига. Я так и знал. Команда не прислала на подкрепление. 4-3 обезьяны и одна граната. Это плачево. Да что нет, да вы серьезно? Если на этом сейчас приключение совсем закончится. Протолкните меня кто-нибудь. Твою мышь. Разносчик Рокса, да свалить его уже. Фух. Они тебя хотят походу, поэтому их тебя так зажали. Ты кинул гренов в неразрушаемые здания? Нет, я просто отвлек внимание. В атаку! Очень хреново, понятно. Ты тратишь время не на то. Эдька, уничтожай разночек, быстрее, 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 быстрее. Понятно, сейчас ёжку прячусь, поставь. Сейчас тебя на прячусь, это будет. Боже, 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 есть. Уже в шерсть. Укрытие сейчас рванет. Что рванет? Наше средство может Барбадос. Дедуля. Чтоб я еще раз помог вам. Солнце восходит над осажденной
над освобожденной планетой, вернее. Потому что она была занята. Красивое кольцо. Хотя с такими видами можно потерпеть. Ну да, в принципе. А теперь песня победы. Это норма. В то время поболтать с ним. Да не, пусть подождет. Я освобожусь. Надо щелкнуть. Скорее. Вот так. Щелкнули. А теперь я и моя команда. Это было здорово. Ну что, как у вас тут дела? Алибядя! Айкуту мамай! Мама Мария! Отличная работа, боец! Без тебя бы мы не справились! Роксом никогда не сделать наш мир! Еще раз спасибо за помощь! Надеюсь, если они вернутся, мы снова сможем на тебя рассчитывать! Итак? А теперь я укажу не слюбов. Времена ты, я все сделал! Какая удача! Гробцы познали горький вкус поражения. Нашествие остановлено. Но кто знает, куда они стронутся в следующий раз? В наши... Я просто промолчал. А чё только 100 баллов? А чё хотел? За каждый получение соточку. По соточке. Ага. По копеечке, по соточке. Надо звук выключить, пока я не давайте. Ведь кто-то просто звук включает. Где грамоты? Уже обезьян. Вот. Майра. На планету Майра. Бай-то-бай. Блестящая победа, капитан Механик Брейс. У тебя явно здесь военная жилка. Против тебя у Гроксов нет никаких шансов. Вот твои 45 тысяч спорлингов. Это должно хватить на оплату всех издержек. Что? Можно на секундочку, мальчику? Да, что ты хочешь узнать? Я хочу узнать, какого черта. Ты давай. Вот. Вы не купили вот это. А теперь мы парим им снотворное за 30 косарей. Ну нормально, чё? Этика, короче, вкратце. Мне сказал тут шепотом на ушке, зачем ты его лизнул, что хочет установить спор космических приключений на свой старенький ноут. Такой старенький, что на нем еще и Гитлер передачи свои вел, черно-белые. У тебя просто в голове не падает, да? Ну я понимаю все. Вау! Стоп, у нас 4 следующих звука. Стоп. Куда это он так рванул вообще? Больше никуда. А ты такой через взрыв полетел. Ух ты, какие два солнца. Назад. Еще более назад. Вот так. Может, назад. О, как они быстро вращаются. Как я вращаюсь. Давай, жги, у меня сегодня плохое настроение. Красивые зубы. Ты знаешь, что тебя надо наказать? Ё-моё, я горю. Желательно не надо. Я горю, чувак, мы горим. Да ладно, что-то мы не горим. Так, смотри, горело. Вот, 7 планет. А, кажется, можно их уничтожать. Ага. Ну все, пока империя безмолвна. Пробеляем войну. Мне без разницы, что они делают. А, сейчас будем действовать, потом весь. Еще лучше. Пятушки. Может, договоримся, да? Угу. Как раз выполним еще твою просьбу развязывать войны, завязывать... О, мой бог. Развязывать войны? Я даже посмотрю, потому что не просто планета. Слушай, так много. Ты бы мог купиться до смерти просто. Да я бы смогу поползать. А представь, если эта вода состоит из тела. Как тебе встать из вертолета? Их нет, я так не подключился. Что это такое? Айк.
умирать. Ой! Я не заметил то, что целый пистолет. Я очень долго копил. Нет, не писал. Нет, не подобно. Да, на копил. Я сидел себе на... Чувак, что сейчас делал? Это призыв народа вызывает корабль своими поблизости. Где? Ты никому не нужен. Точно. Вы не подумайте, он сделал это ртом. Просто чё, как можно было? Вообще, да как так-то? Саня, да как так-то? Объясни мне. Я просто бомбу скинул и всё. Надо будет сегодня спор космических приключений с тобой прохождение с первой серии. Нет, со второй серии пересмотреть. Вау, тяжёлый. О, прекрасно. А, свиток порядка. Где-то хрень. Ага. Ну-ка. Мы совершили не все возможные ошибки, воевали из мочей, портили кровище следы, проматывали ресурсы, что самое страшное, тратили прорву время на обсуждение всех этих проблем. Как неплохой будто, свиток. Как будто про нас говорили. Да. Можно на цитату ВКонтакте поставить. Не. А, слушай, чувак, ты сейчас на такой хороший день предложил. ВКонтактики, найди меня, пожалуйста. А представьте, если мы инопланетную парнушку какую-нибудь найдем. Торс, какого-то там бога можно найти, вроде бы. С какими-нибудь разумными слонами. Так, это жестко. Значит, мы что делаем? Мы на себя можем. Мех накрасим. Мех разекрасим. Мех опустим. Опа, да? Да, это земные холмы. Вы поглядите-то, какие мы молодцы-то с вами, дорогие друзья. Спас? Давай. Пока! Умничка, ваш. Недостаточно просто сойти еще на одну планету, мы получим столько оружия. А на Тараинтиксе Т-3 кто из нас будет на управлении, а кто будет стрелять? Давай я буду на управлении, ты будешь палить. Палить? Палить. Опа! Я о, черт, опять Т-0. Вообще-то, если ты не в курсе, то Т1, Т3 всегда обозначает желтым крючком. Если у них империя только что целая, но целая без войны, то Т3 обозначается желтым крючком. Ого! Понятно. Ребят, ты так интересно рассказываешь, что я земля. Да просто я смотрел в твой рот, вот такой большой. Как ты не тренировал? Та-та-та-та! Я учился у лучших. В частности, у своего лучшего друга. О, мы еще и щит даже получили. Добавы, как и собирались. Так я же войну развязывал и завязывал с ним. Ну да. Звание мастера. Ну-ка посмотри, что у нас теперь там дается за это все. Так, ну, о, бомба заряд 2-4. Да, а за колониста? За здание в колониях. Большой топливный бак, хранилище пряности. Так, что это у нас там почти завершено? Бизнесмен. А, ну это понятно. За милитариста что у нас там теперь? Ничего. Можно теперь войны не развязывать. Чего ты видел, что можно не развязывать? То есть, не завязывать обратно, если это можно так выразиться. О, какой ты коварный, а? Слушай. Империя, заходить на мини 13 звездных систем. Я понял. Я все понял. Для Тараинкса будет самый раз. А, кстати, я не помню, делаем из нашей основной планеты. Оо, что-то было. Опа, это какой-то артефакт. И похоже, это какой-то минерал. Ты зря это сканируешь. Чего делать, артефакт? Золотая порога из коллекции породы. Всего артефакт из коллекции 10. Коллекционер второго разряда. Средняя грузоподъемность у нас, ты только посмотри. Да ты посмотри, ты просто смотри. Вот это плато. А, это чем оно? Такое огромное плато, кстати, высокое. Я знаю, что это. Похоже на аризонский пустыш. Да ладно! Еще один артефакт. Эдька, назад. Да,
Специалисты историки отмечают, что кувшины с двумя ручками придумали спорги. По иронии судьбы, спорги были однорукими. Главное, больше другой беспокоит, знаешь что? Что? Как можно найти? Сколько мы нашли артефактов? Два. Три. Три? Окаменелось? Какая-то хрена. Чудеса рандома, дружище. Не так. Вот это и финальная планета, спорим? Да ты вообще, как и все люди, в принципе, на планете, начался рандомно. Рулетка показала на тебя. Если бы не повезло и какой-нибудь другой сперматозоид женского пола. Может и будет. А просто сварил в яйцеклетке, я бы тебя сейчас на диване не видел. Сейчас, ребят, секундочку, как тебе этот пол ставить? Ай! Ай! Вообще хлопал себя поляшки. Так что еще ничего. Он гонит, дорогие друзья, он не поляшки хлопал. Я не по своей хлопал. Ну да, ну не делай так больше, пожалуйста. Ладно, шучу. Дело не понравилось. Поздравляем, благодаря своему дипломатическому влиянию вы смогли приобрести звездную систему ваших партнеров. Ладно. Экономист один? И нам за это ничего не дали. Прекрасно, да? Нифигушечки себе. Время большой закупки. У кого большие яйца? У меня большие яйца. Интересно, эта колония сейчас просто в спорнинге просто косит гепку, чем на что я нам пытаюсь-то. Саня, а что ты знаешь о игре Borderlands? Мы ее тоже будем записывать. Да, и какую-то часть. Начнем с первой? С первой, само собой. Отлично, я рад это слышать. Ребят, рекомендуем для прохождения Borderlands 1 и 2, те, которого пока хотел 2006 года. А потом мы вообще еще будем Skyrim проходить, в Elder Scrolls. Сегодня уже не хуй. Сегодня не камильфо. В смысле? Через 4 дня. Да ну нахуй. Ты сказал это вслух, да ну нахуй. Ой, я теперь тоже это сказал вслух. Да ну. А, да. Почисти заразу. Сейчас мы устроим геноцид. Забили разу. Так где ты? Я хочу кого-нибудь. Отжарить лазером. Чё? Не понял, это что сейчас было? Я тоже не доплел. Вы жгли кусты. А вдруг у них просто ангина у этих существ? Наверное, кстати, было. Очень прикольная основная планета была у нас на горизонте. Атмосферу. Мы теперь защитники природы с тобой даже. Ну-ка, надо щелкнуть. Секунду. Отлетай назад. Отлетай. Убери мышку. Повыше. Вот так. Прекрасно. Заодно и щелкнули. Опять чешу. Не думайте, дорогие друзья, он играет ничего и ничего. Ты катаешь, ёпта! У моего лучшего друга кто-то говорил, что я тут сижу сейчас со своей шары катаю. Господи, какое некультурное с тобой прохождение, а? Тебе осталось построить всего лишь 5 зданий. Не-не-не-не! Чё ты? Оля-ля-ля-ля! Спорим, иди-ка-мэ-ди-га-ика-ика-ика-ика! Тебе плохо? Может, врача? Да не, не надо, чё ты? Так, скоро, алло, надо уйти. Стоп! А чё, чем тебе мои соски подняли? Я не трогаю тебя за соски, чё ты? Не знаю.
Вот у меня девушка посмотрит. И что ты ей скажешь? Нет, это неправда. И тут я только сижу с голосом. Да. Хорошо, что вебки нет. Точно, да. Ти веб. Не надо вебку. Еще одна терраформист у нас теперь. Давай покажи мастер-класс колониальный. Еще и еще рано. Так, теперь нужно сделать вот так. Вот ты молодец, а? Не понял, они тут же продолжают расти, что ли? Только ушлые игрушки в последнее не такое. Опять этот глазовский жопа. Прошу вас, мой глаз. Смотри, это хищник. Забирай их втроем, пока время есть. Отлично. У тебя теперь еще даже Трейндекс 2 открылся. А я специально так сделал. Пока время есть. Пока у тебя Трейндекс 2, ты хотел побольше зданий разместить? Да. Это самый ушлый человек, которого я видел вообще за свои 24 года. Не ври никому, что тебе 21. Чё? Я 28 марта 93 года. А я папа есть. Тебе показать мой большой паспорт? Большой? Нет, скорее всего, может быть, ты мне просто покажешь свой паспорта. Опа. Ты мой паспорт не видел вообще. Ой. Ой, ёптинс. Планис 3. Ох ты, большой топливный бак, хранилище пряности. Вот ты жжёшь, конечно. Бомбы, ракеты, блядь. Вот ты умничка, Кстати, продай красную пряность. Может, 9200 целых стоит. Ты что, тут денег никогда не заработаешь? Я за ночь больше зарабатываю. Если в йенах, то да. Переводим на рубли. Кстати, дорогие друзья, поддержите-ка Эдуарда, пожалуйста. Чё? Не. Я, в общем, сегодня чипсы купил, сухарики купил. Чё? Это я? Ты чё хотел? Вы не представляете, что он мне за чипсы сделал. Сука. Извини, я под конец серии должен был сделать короннейший подъем. Шутик, что ли? Нет, ты чё? А повымышь? Не в обиду скажи мне. Простите, ему звонят. Что ж, дорогие друзья, мы тут пока будем потихонечку завершать серию. Эдька отошел примерно на полчаса. Следующую серию мы с ним обязательно продолжим, впрочем, как и всегда. Так, и где мы с вами тут сейчас? Рубна, планета Рубна. Что у нас здесь есть? Ага. Стероиндекс 3 у нас находится. Ну окей, ща мы вам покажем. Мы вам такой покажем. Как вам вот это? Не нравится, да? Жбелс, у вас нет. Ну, можно поступить еще проще. Вот так. Все-таки как-никак будем совершать тот же сегодня с вами, ребят. Ну-ка. Делаем так. Бам! Все, и вас нет. Дальше полетели. Хотя знаете что? Жух! Ну-ка, конец связи. Еще раз.
планеты захватчики напали на планету Ефретарак. Ага. А ну-ка. Империя Безмозгов уничтожена. Ну, вообще прекрасно. Так, отправляемся сюда. Луч холода, астероид, охладитель, тепловой луч. Мы с вами получили, ребята. И какое звание мы получаем теперь? Поздравляем, вы получили знак отличия и звание Градмастера. Ну это вообще прикольно. Вот это вообще зашибись. Так, разместим колонию где-нибудь поблизости, добавим Убербашенку. Куда мы без Убербашенки? Вообще. Поздравляем, колония планет Рубина. И закупимся. Самым основным. Вот так. Ну это самое основное, что можно. Это мы продадим. Отлично. Что ж, отправляемся на орбиту. Ну а продолжение ждет нас уже в следующей серии. Не забывайте ставить палец вверх и подписаться, а также поделитесь этим видео с вашими друзьями. Ссылки на соцсети и плейлист игры вы можете в описании. Всем спасибо за просмотр, с вами был Алекс Рай. Всем бай-бай, друзья. Вернее, бай-бай, друзья, простите, у меня уже язык заплетается. Увидимся. Также рекомендую нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о всех моих новых видео, выходящих на канале. Ведь никто из нас не хочет пропускать новую серию или совершенно новый летсплей какой-нибудь новой игры. А пока представляю вашему вниманию самые подходящие и новейшие видео. Увидимся там, дорогие друзья.